Заткнись ты, грязная свинья. Стой смирно, солдат, ты позоришь рейх. Принеси мне еще пиво, ты пес, шнель, шнель! Эй, фройлен, фройлен, иди сюда! Я хочу пить. Возвращайся на свой пост, трус, или я пристрелю тебя. Прошлой ночью творилось что-то странное. Я и не знал. Ситуация определенно все больше выходит из-под контроля. Не может быть. Я слышал о новом происшествии в научной группе. Это точно? Этим утром были сделаны 3 замены. Да ну, только подумать. Согласно Отто, один из них — это спецпомощник самого рейхсфюрера СС. Согласно Отто? Это тот, кто слишком много болтает. Thank you.